Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. У нас был перерыв между Half-Life. Присаживайтесь поудобнее, попробуем дальше продвинуться в Half-Life. Честно, я уже нифига не помню, куда нам тыкать. Ой, ребятки, здорово. Так, а куда нам? Сюды? Сюды, понятно, да. Так. Твою мать. Так, ладненько. Ага. Топ. В смысле блок не помог? Блок не помогает. Подожди, ведро надо, да? Ведро. Контакт с чудеса. Да какого хера? Какого хера ты не можешь? В смысле, блядь? Пушка, а какая-то херобора, вот честно. Давай, уничтожай эту херню. Чё хпшек нету, а? Ну конечно, еще загрузку будем по 3 часа ждать. Почему нет? Почему нет, да? Мысли. Что это такое? Блин, а как мне этого пулеметчика заловить, да? Я тоже так могу, сучка. Представь себе. Воу. Да в смысле? Мне походу пизда. Оу. Больно? А что мне теперь делать? Да блин, ну что с чувствительностью мышки, херня какая-то, не пойму. Короче, я временно себе упрощу задачу. Тут с чувствительностью какая-то беда. Просто кромешная беда. Это пиздец какой-то. Капец, выкрутено на 100%. Я манал. Где мне хп намутить, а? Реально, где хп намутить? Да и фиг твою мать. А чё дальше? А куда дальше, алло? А? Там что, обходной путь или что? Ты разве не назад? Ага.
Нам все-таки сюда, да? Стоп, ну реально сюда или я путаюсь? Куда? Вопрос. А что нам делать-то дальше, вопрос? А? Что делать-то? Да не позволим себе совершить такой ошибки. Я приложил все силы. А, мы открыли эту. Ну, короче, эту херню открыли, да? Энтузиазм приняли мои слова к сведению и сделали это таким образом, что... Даже я усомнился в сказанном. Время доказать это на ваших плечах, равно как и ответственность за провал. Дальнейшее меня не касается. Не подражается. У нас прорыв второго периметра. Когда будет подтверждение с воздухом? Опять загрузка. Ну ладно. Подождем загрузочки. Отойдите, пожалуйста, месье. Так. О, хорошо, я попал в них. Просто отлично. Не знаю, у меня почему-то именно с Half-Life, тут с чувствительностью мышки какая-то... Понятно. Дичь началась. Блять, разрушь ты... Понятно, почему он не хочет разрушать последних хероборов. О, это сейчас будет? Не, не сейчас, он почти. Блять, не попал в этого ебана. Ну чё, всё? Больше приколю. А нет. Центр. У нас. Поешь. Они русские учат. Твою мать! Ковид? Не, ковид не обнаружен. Ты сучка. Блядь. Нахер иди. Сучка, блядь, мелкая. Блин, вот с чувствительностью вообще какой-то пиздец просто. Хорошая, блядь, чувствительность. Так. Да ёб твою мать, а там откуда пулеметы, блядь? Да, блядь. Нихуя себе тут. Да замуты, блядь. Ебучие. Ну хотя бы так. Вот они эти пулеметы, блядь.
всех сторон, блядь. Нихуя тут повороты, блядь. Трэш, трэш, трэшняк начался вообще. Полнейший трэшняк. Блять. Что мне делать? Блять, ну это назад. Может снова пополнить, пополнить хпшки? Давай, перезаряжайся, пожалуйста, прошу тебя. Ну хотя бы так. Так, а на какую букву у нас эта граната? На 5? Я понял, мать, да? Блин, тут быстрее надо решать. Так, подожди. Тут были какие-то приколюхи, нет? Никаких, да? Ага. Они тут моих ребят расхерачили, да? Да блять! Откуда он ебашит? Так, вот что с чувствительностью, блядь, не так? Ёбаный в рот, вот что за пиздец? Пытаюсь и пытаюсь, а в итоге ты сосёшь, блядь. Это сейчас, наверное, будет то, что я думаю, да? Ну да. Вот и добрый дядя. Гиппократ, блядь. Надо ему в жопу стрелять. Блядь. В смысле на тебя это? Ты издеваешься? Какого хуя, алё? В смысле... Да ебать, ты чё? Это реально, блядь, уже не смешно. А ну нахуй. Чё за дичь? Ебануться. Его реально эта дичь не брала, ну чё за пиздец? Так, подожди, а куда нам? Что-то реально уже забыл, куда нам топать? А, понятно. Сейчас там пом... Ну, блядь, какого хера? Я чё-то застрял на ровном месте. Топчик просто, блядь, застрять на ровном месте. Так, подожди, а где там? Блять, поднимись ты, блять, наверх, ёбаный в рот. Твою мать. Запутанность. Действительно, блять, запутанность. Вот
Италец получается. Гордон, тебе это удалось? Черт, как я рада тебя видеть. Угу. Нам надо спешить, Гордон. Я рада, что ты добрался живым. Отец где-то там, в этом здании. Его будет не так-то просто вытащить. Пора уходить отсюда. Погнали, чё. Уходить так уходить. И с песней. Желательно с прощанием славянки. У меня нет никакой информации. Время от времени они захватывают вертигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились? Поищем отца. Давай. Ищи. Боже мой. Бедные люди. Вот. Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Он идет. Пошли навстречу. Ну. Ха. Готово. Иди за мной. А сколько вас там, блядь? Нифига не быстро, Алекс, ебанули. Ха, прикол. Что-то прям очень сильно ее убили. А-а-а, по новой. Серьезно. Сейчас, ребят. Так. Ну давай. Часа ждать, вот честно. Он идет, пошли навстречу. Ладно. Не хочу я этого делать, но. Уж лучше уже перебдеть. Готово, иди за мной. У меня такими темпами. Да! То давай. А я тебе что делаю, блин, заколебала, Алекс. Он должен быть здесь. Сейчас открою. Откроет она. Он там. Он там, таран-там-там. Давай, чё. Ладно, давай попробую открыть. Своим глазам. Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь. Нет, сами. Мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну... Хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя.
Уходи, пока можно. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Но Джудит мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Пора уходить отсюда. Ладно, сюда. Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнал. Так. Куда валить-то? И? Оно зависло или что? Окей, а дальше чё? Я открою через секунду. Проклятие. Заклинило. Ладно, есть идея. Давай назад, в тот кабинет. По схеме, за полками должна быть вентиляционная шахта. Ну и чё? Чё мне мешает? Ящик это чёртов. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Ребятки, наступающие мне на пятки. Так, подожди, а как забрать-то? Логично. Так, подожди. Блин, извиняюсь. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления.
Это сложный, кстати, уровень. Довольно непростой. Полифагного ядра. Так. Стабилизаторы и поля сдерживания в опасности. Я не могу отключить эти поля отсюда. Когда получу к ним доступ, сюда идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Да, это будет непросто, блин. Блять. Да сука. Держи пулеметы наготове. Тебе надо продержаться, пока я не пройду. Да понятное дело, что ты там пока не пройдешь. Сука. Сраные манхейки, ебать их уже. Бля, они еще сверху, ё-моё. Да ёб твою мать! Манхэков еще не хватало, сука. Ебала просто какая-то получается. Буду через секунду, Гордон. Давай! Через секунду она будет. Ну. Ты наверху или где? Ничего не пойму. Здорово. Прости, что я так долго. Хорошо, что с тобой все в порядке. Попробуем найти мостик. Давай. Мне легче будет попасть в мостик. Вот она. Минуту. Да как она? Извини с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Обещали не трогать Илая. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием Гордона. Мы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Черт бы ее побрал, я не верю! Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Иди первым, я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Погнали, чё? Догонит она нас.
Так, а через электрическую воду я, по-моему, проходил. Каким образом я проходил через электрическую воду? А, все, понял. Вот эта херня поможет нам в этом, да? Или нет? О. Нам же один ящик-то в этом-то не поможет. Я думаю, да? Блять. Ладно. Слишком мягко кинул, да? Стоп, серьезно? Это не шутка? Нам по трубе можно долбануть или как? Нет. Это было бы слишком просто. Ну? А... Она шатается. Она была... Зато было проходимо, да? Твою мать. Друзья, нам наверх? Или куда? Куда нам? Объект обнаружен. Блок D8. Внимание. Ой, они внизу. О, это та самая сейчас будет жопа. Которая непростая, да? А где он? А тут будет вообще скрипт срабатывать или нет? Алло? Скрипт, ты срабатываться будешь или нет? Ничего не пойму. А. Сюда идут еще солдаты. Посмотри, нет ли где пулемета. Вот здесь трэш начнется. Я помню, что это самый... Приготовься. Солдаты повсюду. Тут вообще начнется трэшня. И... А куда последний пулемет? В ту сторону, что ли? Ну? И цель номер один, перенести в зону сдерживания. Вот они.
Ну? Вы где, блядь? Я в курсе, что их там дохер. С какой стороны-то попрёт? Ага, еще и с этой стороны прёт, да? Ты где, блядь? Чего? Откуда? Ты твою мать. Манхэков еще не хватало, блядь. Да, блядь. Похоже, мы разворошили их гнездо. Они лезут отовсюду. Да я не сомневаюсь, что они отовсюду лезут, Алекс. С этим-то ничего делать-то нельзя. Да. Хрена он косит, этот дробовик. Требует подкрепления. Да. Блин, я не знаю, что у меня с мышкой тут, блядь. Первый раз было все нормально. А потом что-то сбилось, и мышка пошла по жопе просто. Именно в High Fly. Твою мать. С другими играми такого нет. Блин. Серьезно? Так быстро? Прости, что так долго, Глокон. Похоже, тебе нужна была помощь. Больше я тебя не брошу. Теперь выследи Мосма. Так мы быстро. Внимание! Давай! Я думал, мы дольше с этим справимся. Так. Еще можно. Чего? Ах, вы гады, блядь. Конечно, они очень красивую, прикольную задумку сделали в этом плане. То, что внезапно нежданчиво получается. А где она? А. Все. Так. Давай. Да не ори ты. Силам, провал миссии, влечет. Давай. Вселение в нежилое пространство. Напоминаю код. Отлично. Еще один. Установить, устранить.
Где же ты? Где же ты? Ну пошли. Надерем ей задницу. Согласен. Этой сучке надо урок провести. Урок культуры, блядь. А, так. Давай, Гордон. Я заблокирую дверь. Баки. Вот она. Я поговорю с ней сама, Гордон. Она поможет нам выбраться. Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс. О чем ты говоришь? Черт. Назад, Мосман, мы заходим. Алекс, что бы ты ни думала, поверь, я старалась защитить тебя. Заткнись и радуйся, что ты нам еще нужна. Мы перенастроим телепорт и уберемся отсюда к чертовой матери. Видишь, мы работаем с одной целью. Я перепрограммировала модулятор для имитации зендер-транслятора. Ты украла работу моего отца. Это ведь и моя работа. И я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит нести чушь! Смотри, Гордон, вон мой отец. Я его вызвала. Вы нашли Лая? Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Кляйнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы в заперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. Ну? О боже! И ты с этим работала? Как долго? Раньше? Никогда. Я ясно представляла то, что можно ожидать. Не сомневаюсь. Как будто нас поджидает. Альянс использует формирователь импульсов с большой длительностью фронта, поэтому они долго заряжаются. О, ты его для нас уже подготовила? Молодец. Вовремя. Папа, сюда! Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Джуди, так они тебя освободили? Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Так вот он, портал Альянс. Он меньше, чем я предполагал. Быстрее, Мосман. Доктор Кляйнер. Алекс, где ты? Мы в Новопросте. И мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? Полной боевой готовности. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что это? Подожди, надо опустить это назад. Нет, стой! Что ты делаешь? Прости, Алекс. Это единственный выход. Нет! Вернись немедленно! Что происходит, папа! Алекс? Джуди, нет! Что происходит? Доктор Кляйнер, вы должны их остановить. Остановить кого? Ой, черт. Что это за координаты? Куда она его отправила? Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. Давай. Твою мать. Они идут, Гордон.
Слушай, они прям со всех сторон все эти вопросы. Давай, там же чуть-чуть осталось совсем, ну. Капец, он медлительный, я манал. Этот портал. Да давай быстрее, тут же чуть-чуть осталось, ё-моно. Ну? Еще немного? Я в курсе, что еще немного. Так. Да. А где доктор Кляйнер? Доктор Кляйнер, выпустите нас! Алекс? Гордон? Боже, как вы сюда попали? И когда? Что случилось? Дорогая, я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялась, что мы не выживем. Похоже, телепорт взорвался в начале передачи. Да, это так. И последствия были серьезными. Но это было неделю назад. Что значит неделю? Мы с Гордоном были там минуту назад. Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Неделя? Что же мы пропустили? Много чего, дорогая. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. А как насчет моего отца? Да, это очень неприятно. По словам Вартигонта, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой целью. И еще один твой друг прибыл пару дней назад. Пес, ты добрался! Молодец! Ну вот, смотри, все не так уж безнадежно. Я бы хотела разделить ваш оптимизм, док. Док, отвечай, ты там? Эй, док, ты там? Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. А вот это новость. А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель.
Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт! Атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его. Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без ловушки. О, нет. Куда же она делась? Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Давай. Без проблем. Гордон, будь осторожен. Спасибо. Доктор Кляйнер, у нас нет времени. Так, нарушитель номер один, да? Интересно. Так. Давай, кидай мне фонарик. Опа! Спасибо. Пока, пес. Так, подожди, а куда нам идти дальше? Так, а где он проход проломил? Точнее, куда? Сюда? Так, ладно. Не сюда, да? А, понятно. Окей. Так, сколько там? 5 минут осталось? Ну, 5 минут. Ага, какие-то новые штуки-дрюки. Ха-ха, Гордон Фриман, и как раз вовремя. Так, союзники теперь появились. Она проползла по суше, тогда как ее сородичи оставались в черном. Ю-ху! Гордон Фриман! Доктор Фриман? Мы идем с вами. Гордон Фриман здесь. Не могу поверить. Так, ребята, куда нам валить-то? Балтика. По-моему, действия происходят наподобие Прибалтики. Что-то такое. Так, подожди, а куда нам топать? Топать, топать, топать. Куда топать? Скажите, как мы можем помочь, доктор Фриман? Стоп, а где же тут проход? Окей, док, вы главный. Стоп, а куда? Мы
с вами, доктор Фримен. Скажите, если надо чем-нибудь помочь вам. Ну, как бы не орите первым делом. В натуре, а куда? А, надо было подождать. Берегись, хопперов! Они везде! Не тратьте хопперов, доктор Фримен, мы можем использовать их под барьянцем. Если снять хоппера, не повредив, его можно потом вытащить везде, где он понадобится. Бип, бип, бип. Бля. Бип, бип. Так. А куда нам дальше-то? Понимать. Так, куда нам топать? Сюда, что ли? Бип-бип. Так, бип-бип. Понимать. Ладно. Так, подожди, а... Куда нам? Да не, подожди, мужик. Нифига себе, ты вышел? Там. Твою мать. Бип-бип. Так, подожди, а куда? А, сюда? Чё, реально по улице, что ли? Ёлка, красота. Подожди. Так, ладненько, я думаю, на этом мы закончим. И отсюда уже приступим в следующий раз. Ну а всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили, ребятушки. Всем до новых встреч, всем пока-пока.